Алматы сегодня встречали медалистку зимней Олимпиады. Юлия Галышева вернулась в Казахстан с бронзой. Она заняла 3-е место в соревнованиях фристайлисток. И это пока единственная медаль для страны. Поздравить спортсменку приехали друзья, тренеры и представители администрации города. Юлия Галышева блестяще выступила в финале, пропустив вперед только представительницу Франции и Канады. Причем представительница Казахстана отстала от победительницы всего на 1,25 балла. Рассчитывали на золото, потому что у нас были цели с 1-го по 3-е место, но мы выполнили свои задачи, то есть мы поднялись на пьедестал, и бронзовая медаль для меня, она как золотая.